Соревнования по волейболу среди девушек прошли в Караганде. Первенство нацелено на пропаганду здорового образа жизни. Наш корреспондент расскажет подробнее. Турнир проводится 4-й год подряд. На волейбольное поле вышли 4 команды. Организатором мероприятия выступил Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Управления по делам религии Карагандинской области совместно с общественным фондом «Аманат». Спорт нас объединяет. Вместе мы готовились к этим соревнованиям и благодаря командной работе одержали верх. Большое спасибо Управлению по делам религии за организацию такого мероприятия. Хуршида Юлдашева – мама 5 детей. Все 3 года она является активным участником соревнований. Девушка – капитан команды от общественного фонда «Она мама». В этом году они одержали победу и поднялись на пик пьедестала. Эти соревнования проводятся и для многодетных матерей, ведь им необходим активный образ жизни. Здесь они заводят новые знакомства, проводят время с пользой для здоровья. По сравнению с прошлым годом число участников выросло. Все пришли с хорошим настроением и отличной подготовкой. Призерам соревнований организаторы вручили денежные сертификаты на сумму 200, 150 и 100 тысяч тенге. Кроме того, подарки получили и отличившиеся игроки. Дин Мухаммед Амангазулы, Иркиламбек Хожин, Нуржан Табриз, телеканал СРРК.